Приветствую, братья водомоторники. Сегодня я снова на большой русской реке Волхов. Но сегодня я расскажу вам не про Волхов, не про реку, а про такую вещь, с которой вы все равно столкнетесь рано или поздно. Я имею в виду, чем накачивать лодки. Итак, изначально вам и нам тоже, и мне тоже давали в комплекте с лодкой лягушку, то есть ножной насосик, обычный 5 литров, не самого высокого качества. В общем, производители лодок стараются не докучать нам своими продвинутыми насосами, а кладут, как правило, самый простой вариант. Этот же вариант был и у меня. Надо сказать, что примерно через годик, может быть, чуть больше, начали у него боковые мягкие ткани, которые связывали две плоскости для нажатия на насос, начали их прохуждаться, и я заменил насосик на довольно качественное изделие фирмы Браво, Браво 9. Хороший ножной насос позволяет нагнетать много и до нужного давления лодку, но качать, ну как это сказать, через некоторое время становится напряжно. Не то чтобы напряжно физически, наверное, морально. Хочется себя как-то освободить от, ну, примитивной такой работы качания ногой лодки. Поэтому я приобрел, сейчас я вам покажу, я приобрел вот такую вот турбинку фирмы Intech. Видно? Ну, наверное, видно. Фирма Intech. Это такой насосик, который позволяет быстро добить объем лодки до нужного размера. Объема, вернее так, давление этот насосик вообще не создает, но зато он накачивает быстро какие-то объемы. И потом я уже доставал Браво 9 и докачивал. В общем-то, неплохо все это дело было, но хотелось чего-то лучшего, хотелось совместить эти два момента. Итак, я пришел к нормальному решению. Вот оно, показываю вам. Это электрический насос Браво BTV 12D. Значит, чем хорош насосик? Я пока не знаю. Я его вот приобрел по настоянию, вернее так, по рекомендации своих приятелей, которые уже прошли дальше меня в этом пути. И они утверждают, что это решает абсолютно все проблемы. Мы подключаем насос к лодке, указываем максимальное давление, до которого мы хотим накачать каждую секцию лодки, нажимаем пуск и занимаемся своими делами. В это время насос накачивает лодку. Значит, по достижению указанного давления мной насос отключается. Удобно, безусловно. Вот сегодня я хочу попробовать этот вариант вам показать, засечь время, за которое я накачаю при помощи этого насоса свою лодочку Ракета RL320, не самую большую. Вот. И кроме того, я хочу засечь, сколько энергии от аккумулятора я буду использовать. Вот такой вот стандартный аккумулятор. Вот, значит, это 12-вольтовый аккумулятор 7 ампер-часов. Соответственно, он сейчас полностью заряжен. Как я буду измерять количество энергии, которую я затратил? Я просто после одного накачивания дома снова заряжу аккумулятор. У меня умное зарядное устройство, оно покажет, сколько набрал аккумулятор емкости в ампер-часах. И таким образом я буду знать, как много энергии нужно этому насосу для того, чтобы полностью накачать лодку. Итак, поехали. Вот такой вот звук. Мотор качает лодочку. Я установил 250 чего-то там единиц, то есть то, что написано на лодке. Посмотрим, как он накачает. Довольно быстро качает. Я в это время могу поснимать, что-нибудь поделать. Ну, давайте я вам, пока он шумит, покажу Волхов. По нему пойду чуть позже.
Еще немножко покажу вам, как качается это все дело. Значит, сейчас включится вторая ступень насосика. Вы услышите, как изменится шум. Слышите, да? Вот он начинает качать до необходимого давления. 0,25 в данном случае. Значит, я пока вполне удовлетворен, как это все работает. Без меня я могу что-то делать. Ну, по крайней мере, вам показать что-то. Итак, лодка была накачана новым удобным насосиком ровно за 11 минут. Это включая все операции по перетыканию шланга, значит, и так далее. Вот 11 минут. Надо сказать, что при этом вы получаете другое качество. Вам просто очень удобно и кайфно от того, что кто-то занимается таким, ну, я бы сказал, простым моментом, как накачивание лодки. В данном случае вы поручили это автоматическому насосу, он отработал, никаких проблем. У меня единственный момент такой возник, что по поводу хорошего ножного насоса Браво 9, что по поводу этого Браво автоматического насоса, следующий момент возник. Вот непонятно, от чего производители лодок не позволяют нам делать выбор. Кроме того, что они кладут самый дешевенький, недорогой ножной насосик, если бы они говорили, мы можем вам за небольшую доплату положить хороший ножной насос Браво 9, а если вы хотите полную автоматику, мы вам предлагаем автоматическое устройство Браво 12D. Я был бы благодарен, если бы такая услуга существовала. Рано или поздно вы все равно придете к тому, что вы купите этот насос. Это просто другое качество, так сказать, обслуживания лодки. Ну, по крайней мере, для меня это так. Для меня это очевидно. Я к этому шел там 3 года. Если мое видео кому-то поможет сделать осознанный выбор в пользу автоматического насоса чуть раньше, я буду считать, что я не зря записал это видео. Что касается расхода электричества. Естественно, в полевых условиях я не могу вам ничего сказать, но обязательно в титрах, когда я смонтирую этот фильмик, я укажу, сколько ампер-часов 12-вольтовый аккумулятор потратил на полную зарядку моей лодки. Надеюсь, это видео было вам полезным. Всем 7 футов под килем и удачи!